Мастерская «Вкуса» – производитель нейтрального и теплового оборудования из нержавеющей стали для комплексного оснащения предприятий общественного питания. Заказчикам предлагается как готовая продукция, так и нестандартные решения по индивидуальным проектам. Новейшее оборудование цеха позволяет производить металлические изделия, отвечающие всем требованиям и нормативам ГОСТ. Производственная база постоянно развивается, расширяется перечень выпускаемого оборудования. Компания представила на выставке новинку – модульные барные станции. Сезон 2018-2019 года будет интересен нашим клиентам в плане расширения нашего производства. Мы запустили в производство новую линейку оборудования. Это барные станции, которые состоят из модулей. Можно будет подобрать для себя какую-либо модель, как стандартных, так и нестандартного исполнения. Также мы запустили новую линию порошковой окраски. Это итальянское оборудование. И теперь мы можем красить абсолютно любое наше изделие в любой понравившийся цвет нашего клиента. С прошлого года обязательными к применению для всех юридических лиц стали онлайн-кассы. Компания осуществляет подбор, установку, их сервисное обслуживание, а также изготовление электронно-цифровых подписей. В 2019 году вступает в действие так называемая третья волна внедрения 54-го федерального закона, это закон об онлайн-кассах. Особенно это коснется в этом году самозанятых предпринимателей, которые обязаны будут на своем прилавке поставить онлайн-кассу. Помимо продажи оборудования, мы готовы оказать услуги по регистрации кассы, по вводу ее в эксплуатацию, а также дальнейшее техническое обслуживание. В этом году мы запускаем новую услугу, это поддержка 24/7. Наши специалисты готовы будут ответить по телефону на любые вопросы, связанные с техникой, которую мы держим на обслуживании. Консультанты компании помогут подобрать наилучшие варианты современного оборудования, предложить каждому клиенту и предприятию быстрое и комплексное решение по установке оптимальной онлайн-кассы. Отдел консультаций и техподдержки работают круглосуточно.